Открылись мы вовремя, никаких проблем у нас нет, все хорошо, посетители идут, наши выборцы. У нас дежурит милиция, все пока хорошо и спокойно. Выборы продолжаются. У нас 1800 человек. Было 1803, но сейчас 1800, потому что трое находятся в стационаре у больницы. Люди не жалуются? Нет, пока нет. Ну, не прошли, ушли температура, а мы обогреваемся как можем, все нормально. Школа создала все условия, какие только могла. То есть ночью для подсчета бюллетеней не замерзнете? Нет, мы не здесь в этом зале, а там в комнате своей будем. Там у нас тепло, калорифер, и все у нас есть. Перемен жду, самое главное. А каких именно перемен? Улучшение жизни. Хочется, чтобы в нашем городе наконец-то воцарился порядок. Чтобы пришли молодые, энергичные, опытные люди, которые смогут навести в конце концов порядок. Для того, чтобы мы стали жить лучше. И в особенности, чтобы мэр, который придет в нашем городе, он воплотил те пожелания людей, которые люди высказывают, а не те, которые, ну, скажем так, на руку власти, партиям, которые придут на этих новых выборах.